Вот Саня очень верит в нашу команду, знаешь, что мы пиздец соберем ебаную банду. 100%. Да, нет. Но потом в 1/4 нам все равно проебут. Пошел ты уже, блядь. Короче, мы тренируемся уже, бро. На сколько миллионов ты в минусе? Бро, это, понимаешь, для меня любимая игрушка. Сколько? Неважно, я не считаю. Давай посчитаем. Я не считаю. Посчитаем. Блять, скажу так, первый сезон была такая пизда, бро. Я, короче, ну реально такой. Джарахов, окей. Содолав, погнали. Кто еще там? Майот, погнали. Похуй, короче. Всех плюсовал, короче. Думал, блять, просто играем в эту игрушку, поехали. И сколько? Блядь, я охуел. Сколько? Минус 14, что ли. Миллион. Да, да. Для меня это были такие ощутимые деньги. Я реально взялся за голову и такой думаю, ебаный сыр, что происходит? Считайте, слева в кармане? Блядь, ебанешься. Ну было весело. У нас это гонорар Атара за полсезона. Было очень весело. Но потом понял, что, блядь, это ни к чему не надо. Нужно все-таки более организованно действовать, считать денежки и так далее. То есть лишний раз не переплачивать. Вот, поэтому... Короче, смотри, мы выяснили, что у тебя Лилюхин, Ладо и Цветков. Сейчас в сезоне, кажется, вас не будет. Пошел ты в зону, блядь. А кто тебе нужен, бро? Кто тебе нужен? Там есть. Просто смотри, ты бы взял? Вели. Бро, я бы взял бы, вот просто из-за того, что там есть Гуди. Он стоял у истоков медиафутбольной лиги. Гуди, блядь, Гуди придумал медиафутбол, нахуй, чувак. Да. Ты что, пошехник? Бро, я был в Тудрот с самого начала, нахуй. Да, на секундочку. Кстати, я тоже, блядь. И я тоже. Ты тоже был в Тудрот? Конечно. Ну нет, ты снимался на канале, в команде ты. Какая разница? И он тоже. Он, быть может, он играл. Мы и есть Тудрот, блядь. Вот. Неги, ты Жека. Ну реально. По сути, не было бы нас, Саней, не было бы Тудрот сейчас, не было бы. Конечно, блядь, их не будет, их запомнят, как родоначальников, а осталось только козлы и родина медиа, блядь, запомните. Пускай даже вот они придумали медиафутбол, мы с Саней придумали футбол, бро. Да, бро, блядь, мы придумали этот мяч ебаный и поле, ты понимаешь, и ворота, нахуй, и золотой мяч, и билет тоже, блядь, моей маме звонил, блядь, царство небесное, и спасибо говорил, блядь. Рекорд по клоунам собрали. Нихуя, вот именно в этом видео, блядь, все согласятся, сука, ни одного клоуна не будет, потому что тот, кто поставит клоун, тот пидор, блядь. Честно говоря, сейчас разговаривал с Колей Осиповым, он делает ставку на козлов в новом сезоне, говорит, что козлы всех отъебут в очко, нахуй. Так и сказал, да, я понял. И баранов, блядь, и кроликов. Козлы будут биться за каждое очко. Это он сказал. Да. Спасибо большое. Давай.